Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. В прошлой части мы детально познакомились с такой компанией, как Sentinel. В этой части давайте посмотрим, как работает сам кошелек доступной версии, как положить свои токены в стейк и получать за это пассивный доход и многое другое. В первую очередь переходим на сайт sentinel.co и необходимо скачать кошелек. Выбираем вашу операционную систему, которую вы хотите, и устанавливаем. С установкой, думаю, проблем нету. Я писал более подробный гайд, как создать сам кошелек. Все ссылки я оставлю в описании под видео. И что, приступим. Итак, заходим в свой кошелек. Как мы видим, здесь отображается непосредственно наш баланс токена, адрес кошелька, на который получаете, и можем также отправлять. Но сегодня поговорим о самом делегировании. Итак, в первую очередь, чтобы поставить токены в делегировать нам токены любому валидатору, нам необходимо их приобрести. Их можно приобрести на HotBit. И все, получили свою прибыль, если она уже накапалась. Одно только примечание, здесь это не написано, но после того, как мы делегировали свои токены, они заблокировались на 21 день. Мы их не сможем ни вытащить, ничего не сделать с ними. Даже если... Вот сейчас посмотрим, как снимать, вытаскивать свои токены. Вот, ищем в списке, кому мы делегировали свои токены. И появляется рядышком кнопка Unbond. Нажимаем эту кнопку, прописываем количество токенов, 1, и Unbond. Все. Но также мы не увидим данные токены. Данный токен придет нам только через 21 день после разблокировки. Ну и все, в основном больше тут ничего нету. На этой части обзор закончим. В следующей части поговорим, как делегировать в расширении Kepler и в мобильном приложении Cosmos Stations. На этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.